Diffusive of Train — это очень сильная способность, однако ее мощь, как правило, переоценивают. Так что сегодня давайте разберемся, что это такое, как оно работает и какие у него слабости. Я скажу сразу, что мы не будем говорить о силе Diffusive самого по себе, а только про Love Train, как о феномене. Love Train — это своего рода пробел в пространстве, в котором Валентайн может спокойно перемещаться, способность которой наделил Валентайна Святой Труп. Президент может управлять ей. Также это является границей между измерениями, по словам Валентайна. Love Train способен искажать пространство. Самый яркий пример — это табличка с медведем, которая приближалась к Джонни и Джайро. Сама поверхность Земли приближалась тоже к ним. Он способен даже переносить объекты внутрь людей, как это было с Hot Pants, или переносить имеющиеся раны в более опасные для жизни места. Или наоборот, убирать раны Валентайна, перенося их на других существ. Как объяснял Валентайн, все сжимается вокруг Люси. Она притягивает к себе только хорошее, и все плохое уходит прочь, причем без ограничения по расстоянию. Например, выстрелы Джонни убили детей на другом конце планеты. Таким образом, Валентайну достаточно нанести небольшое ранение, которое будет двигаться по телу врага прямиком к органам, которое приведет к смерти. Джайро повезло, что ранение оказалось незначительным, но и оно сильно потрепало его. Этот эффект схож с движением выстрелов Акта 2 Джонни. Также Фанни Валентайн может отправлять Love Train под разными углами, тем самым проникая в самые разные места. Например, под рельсы. Чем ближе Валентайн к трупу, тем сильнее его Diffusive, судя по его словам. Также Валентайн способен вылечить самого себя, находясь в свете. Слабость Love Train — это то, что дает силу, а именно сама Люси. Если ее передвинуть или как-то воздействовать на нее, то Love Train станет нестабильным и Валентайна затянет обратно. Также его слабостью является бесконечное вращение, которое может пройти через гравитацию и границы миров. Но это и так очевидно тем, кто читал Steel Ball Run. Также Валентайна легко могут победить быстрые станды, такие как Платина, Гер или Made in Heaven. Для этого достаточно дождаться атаки Валентайна и вытянуть его за руку из света, после чего убить. Ведь если вспомнить тот же сюжет, Валентайну, чтобы атаковать кого-то, приходилось вылезать из Love Train'а. А как бы, если ты не можешь в защите атаковать, то не такая уж и охренительная у тебя защита. Но, несмотря на такие вот минусы Love Train'а, я хочу сказать, что он далеко не слабый. Но, тем не менее, это вторая по качеству защита в Джоджо после отката Гера, и она вполне способна противостоять таким персонажам, как, например, Кира или Таору. Данное видео несет лишь цель объяснить, что Love Train не так силен, как о нем принято думать. Следовательно, вывод — Love Train не имба. Что ж, на этом мой ролик заканчивается. Всем спасибо за просмотр, с вами был DZelf, всем пока.